Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 9 апреля, четверг, и Церковь предлагает нам в этот день к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из книги «Притчей Соломоновых». Глава 23, стихи с 15 до конца главы, и глава 24, первые 5 стихов. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце, и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимся вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. Купи истину, и не продавай мудрости и учения и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои, потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодец. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змея, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь: били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение книги «Притчей Соломоновых». И как мы уже с вами говорили, что часть книги «Притчей Соломоновых», большая часть, принадлежит самому царю Соломону. И вот подтверждение этому мы как раз-таки находим в сегодняшних стихах. Как вы заметили, я надеюсь, вы заметили, если нет, то я обращаю ваше внимание на эту особенность, что сами притчи, они изменились, они стали более пространными, более повествовательными, они потеряли ту сжатость, которая была до этого. И действительно, то, что мы сейчас читаем, это уже не является притчами непосредственно самого Соломона. Но, как сказано в Писании, это советы и наставления мудрых, то есть это советы тех аналитиков, как мы сегодня бы сказали, тех мудрецов, специалистов, которые вбирали в себя, это были специальные люди при дворцах царей, они находились при царях и собирали те мудрые высказывания, которые слышали в народе, народную мудрость и те жизненные примеры, которые черпали из своих собственных жизней, из своего собственного опыта. Они это фиксировали. И вот мы видим, что часть притчи принадлежит Соломону, это его опыт, а часть притчи принадлежит вот этим мудрецам. И сегодня мы читаем уже эти притчи мудрецов. Вернее, скажем так, их пространные советы. Советы и наставления. И сегодня, сегодняшний наш отрывок, он затрагивает несколько важных вещей. Во-первых, он затрагивает
целиком и полностью отношения внутри семьи, но с разных сторон. Со стороны отношения детей к своим родителям, с самого начала идется говорится об этом: «Сын мой, если сердце твое будет мудрое, то порадуется и мое сердце, и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое». Вот это законченное выражение, но оно захватывает два стиха. У царя Соломона все гораздо лаконичнее и сжатие. То есть один стих – это одна притча. Короткая, зачастую антитетическая, то есть антитеза. Есть одно, и ему противостоит другое. Здесь же такое идет совет и повествование, наставление. И это наставление наставление к некому сыну. Такое обобщение, мы можем сказать, что каждому из нас обращено это выражение, это обращение, каждому из нас обращен этот текст, этот призыв, это наставление, этот совет. И говорится о том, что некий мудрец наставляет свое дитя, наставляет как бы мудрость Божия, наставляет народ свой. И здесь говорится о взаимоотношениях и почитании детьми опыта родителей. А также мы должны понимать, что успех детей всегда радует родителей. И действительно, слава отцов, дедов – это их дети, это их внуки. И, конечно же, самое главное слава – это их мудрость. Мудрость именно библейская, мудрость в богопознании и в их нравственности, в их поведении. Поведении, которое не является мерзостью пред Господом. И это первое, о чем говорится в этих сегодняшних советах и наставлениях. Дальше говорится о том, что действительно нужно сохранять супружескую верность. И мы видим, есть примеры, как в самом начале мы читали с вами примеры мудрости, которая зовет, и глупости, которая тоже взывает к людям. Мы видим, что здесь некая жена верная, которая сохранит дом, и есть блудница. Это тоже некая такая аллюзия на грех, что блудница, она совращает человека с пути прямого, как и грех, уводит человека от пути к Богу, от пути истинной мудрости, на которой человек может встретить истинную мудрость, премудрость Божию, на которой человек может встретить страх Господень, который есть начало премудрости. Вот эта блудница, она действительно искушает человека. И сказано, потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодец. Далее говорится о вреде винопития. Это действительно целый бич, он был бичом целых народов всегда, во все времена. К сожалению, в нашей стране этот порок зачастую проявляет себя, хотя, конечно же, мы не самая пьющая страна, но здесь тоже гордиться нечем, все-таки пьющая. И здесь говорится о вреде алкоголя, вреде вина. Да, сначала он пьянит, сначала он искрится в чаше, но потом, как змей, он укусит и ужалит, как аспид. И потом вся жизнь пойдет в тартарары просто. Поэтому мудрецы стараются показать молодому поколению и нам с вами, как это опасно и пагубно, и какие последствия ждут человека после употребления вот этих напитков без меры и без причины. Потому что в других текстах Священного Писания мы читаем: «И вино веселит сердце человека, и Господь умножил вино на праздники, но всему свое время и всему свое место». А когда это беспричинно и беспробудно, то, конечно же, это ввергает человеку в пучину греха и падения. Завершается словами, сегодняшний отрывок, словами: «Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою». Поэтому, дорогие братья и сестры, будем укреплять свою мудрость и укреплять через это свою силу, дабы нам с честью и достоинством следовать за Христом. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу...